Приветик! Мы на канале Веселая Семейка. Сегодня наша семейка выдвинулась в Россию. И мы так весело проводим досуг, коротаем его на таможне. Чем же еще заниматься? Пузыри мы все понадували мыльные. Только хороводы водить. А в это время перед нами выстроился вот такой ряд из автомобилей, которые хотят пересечь украинско-российскую границу. Какое же это утомительное время препровождения. В ожидании чуда мы прибываем, да? Но мы прорвемся. Россия, жди нас. Ку-ку! Не сниму. И вот Александра Романовна переехала границу и находится где? На территории России. С кем ты? А где Мирослав Романович? Покажитесь. Это вот он, Мирослав Романович. Ну как, Мирослав Романович, путешествуем? Ну молодцы, молодцы. Что ж, поедем дальше? Подъехали уже практически в город Белгород. Погода чудная. Только что было прохладно еще недавно совсем. Сейчас уже, видимо, мы будем снимать наши куртки. Так, подъезжаем. Сейчас мы будем лицезреть с вами красивенный Белгородский университет. Это будет, если я не ошибаюсь, по левую сторону. Репортер Франтишко переведет камеру. Границу мы прошли и не быстро, и не медленно, скажем так, в среднем режиме. Около 2,5 часов ушло на все про все. Дольше российская граница нас задержала на дольше. Да, нужно немножечко фары включить. Россия — это правило номер один. На кого у нас больше похож? Ну что, Мирославчик, доехал? Он на папу нравится. Маму похож, да? Или ты папин, сынок? А что играешь? А ну покажи свои пластинки. Все, нельзя. Нельзя. Тимур, это ты и все. Кто-то сюда прятать. Ну давай, чтобы сюда мне попадал. Только на клуб. Может, туда будет. Либо головы там тоже что-то. Ага, ну где ты? В гостях? Угу. Ну и как, тебе нравится? А ну, расскажи, что это. Понравится? Ну молодец. Мирослав Романович у нас в гостях. И опять он с футбольным мячиком. Я сама предлагаю сделать для меня, пока посмотрим. Мироша, выйди оттуда.